Так, ну что, всем привет. В Солянова пойдем играть. Ну, чем-то похоже, но может быть на Иранду карта. Что-то карта не похожа 8 на 8. 2, 4, 6, 8. Ну, по факту она 7 на 7, наверное, карта-то, а не 8 на 8. Реально. Как будто бы. Анна карта. Так. Блин, по ощущениям она вообще не похожа 8 на 8. Как будто 6 на 6, что-то такое, не знаю. Полетели куда-нибудь на край, не знаю, куда вот. Такая синяя карта какая-то. То есть имеется в виду, что желтые такие деревья. Там доки. Почему такие нормально здоровые? Какие-то ангары. Так, человек до города летит, я так понимаю, да? Вообще в склады надо зайти, наверное. Покатаемся на машинке. Понял, что ровные дороги, вот что могу сказать. Уж больно ровные дороги. Тут напоминает больше санок, вот эта местность. Машина слишком тихо, что могу сказать. Эта машина новая, как бы, да, на этой карте. Она такая, вижена. Но она какая-то слишком тихая. Блин, грядки непонятно. Ты проедешь. Так. Ну что, пойдем лутаться. Звук. Интересно, конечно. Открывание дверей. Как на караоке. А, вот тут разный звук, видимо. Такой и такой есть.
О, вот новое оружие, кстати. Можно прицел какой-нибудь? Можно мне М-ку, нашу старую добрую? Не знаю, конечно, какая скорость у оружия стрельбы, но... О, тут тоже машина есть. Ага, а, нет, не похоже, хотел сказать похоже. Игровые автоматы тут. Миник, ну, не... А, хотя нет, миник, да, возьмем. Ладно, давай возьмем тогда. Окей. Люблю миник, но так как глушитель нашли, а нет, все, не надо миник. А что дверь сломала, стекло разбилось, почему, не понял. Что это было, так вообще стекло разбилось. Блин, а можно какие-нибудь прицелы на этой карте? Нормальные. Даже не знаю, какую каску брать, лучше свету или темную. Так, а тут на третий этаж точно нельзя подняться? На крышу там. То есть я когда... Это баг какой-то? Я когда закрываю эту самую дверь, уже не первый раз. В прошлый раз тоже стекло разбивается. Закрываю дверь, стекло разбивается. Прикольно. Это так должно быть? Вот нельзя зайти на крышу, да? Вот, наконец прицел. Ну, цвета могу сказать, что. Как будто осеннюю какую-то карту играешь, как будто осенью, не знаю. По ощущениям.
Так, машина. Машина сделана, конечно, так себе. А, Хундай это? Это Хундай? А, понял. Хундай, да. Ну, на М24 ставим. А вот еще одно новое. Все везде глушитель у нас. Так, что там с зоной-то? Ага. Человек падал куда-то сюда. То есть нам в любом случае как-то вот по краю надо обходить. А выше нельзя было? А, тут забаррикадировано, вот он что. Да, реально тут опять дверь закрывается, бьется, когда ты закрываешь дверь. Реально разбивается. Интересно, конечно. Так, а в том доме вот такого подъема не было, или был, я пропустил. Что же был? Хз. Не, то, что он бьется, каждый раз напрягает на самом деле. Что за автобус стоит? Реально просто автобус.
Что, залезть-то можно? Или тут какая карта? Подожди. Я не залезу сейчас. Ну, типа край карты, кстати, да. Но по воде проплыть можно, я так понимаю, да? По краешку воды, видимо. А как так? Подожди, туда вроде пройти можно, а здесь вроде как край карты написано. Ничего не понятно. Ну туда же вроде он пролезть можно, а за нет? А как тогда край карты здесь может быть нарисован? Типа не дадут мне зайти, или что, будет написано, что зайдите в зону, или что? Как там, в колде в какой-нибудь? Можно подняться, да? Так. Интересно, конечно. То есть вот, как будто бы край карты нарисован, нет? Я же могу туда прийти. А если я не вернусь? Чего, блин? А если я не вернусь в зону? Типа, меня убьет, как в Warzone или что? Серьезно? Или как это работает? Я прям по краю хочу пройти. Блин, это тупо, конечно. Могли бы сделать просто скалы неподъемные тогда и все. Потому что, а что если не вернусь реально? Как бы туда можно пройти, но нельзя пройти, как бы, да? Кустов, кстати, нету, я тебя заметил. Ну, пока, по крайней мере, таких вот. А вот куст, например. Ну и вроде куст, я как издалека бежал, он куст какой-то супер лысый. По-моему. Непонятно, можно ли туда на как-то поднять? Ну туда вроде нет, да? Потому что он сидит на вышке на какой-нибудь. Карту-то пока никто не знает, ведь. Кто-нибудь там залез, может, его знает. Не, интересно, конечно. Ну, карта, по идее, 8 на 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Но при этом ты не можешь вот сюда залезать. Как бы тут не 8. Как будто 6 на 6, мне кажется. Все равно не та. То есть карта чувствуется, что никак. Никак Мирамар и Ирангер большая. Почему по ощущениям? Не знаю, мне так кажется, почему. Поползти, ну, типа как пулемет, да? Где ножки-то? У меня же ножки должны быть. Ладно.
Ну да, достаточно. Вот доки какие-то с большими кораблями. Не знаю, может на корабли прыгнуть даже можно. Интересно. Зоны тут умер. Так, когда большая карта, должны быть эти тоже. Должны быть эти, как называются-то? Господи. А, у меня вот такой шлем. Прикольно. Совсем беспалевный. Какие-то штуки, на которые лететь можно, если большая карта рядом. Я так понимаю, вот это горка какая-то. Вот эти места, видимо, горки или что? Вот это, наверное. А что такое мутно все? Ты приближаешь, разве на Ирангеле, на Мирамай? Такая же мутная все. Кого-то слышал только что, нет? Тут не забывать пинг высокий еще. Так, это поле, видимо, да? Интересно. Странно, что ни одного бота ко мне не пришел. Вот это интересно. Вот что интересно, ни одного бота не пришел. Скидываем оружие, естественно. Нас не с кем воевать. Так. А какая зона это будет? Может, за зоной похилиться? Поэкспериментировать. Та зона. Ну, с домов не видно, наверное, скорее всего, будет.
Моя оранжевая тысяча. Серьезно, прям сюда? Прямо сюда приехал. Чё, ты серьезно? Это нормально вообще? Не уедет, пока зона не пойдет вот отсюда. Гады такие. Просто услышит. Он меня просто услышит. Как же везет там людям с зоны? Минута? Что так много-то? Да чё, ну ты серьезно? Вот урод, блин. Вот урод. Можешь сообщить? Надеюсь, какой-нибудь читер, которого когда-нибудь забанят. Если это читак. Вот урод. Ты чё, ну ты не мог выйти карту. Зашли, блин, и чё, естественно, конечно, убивать. Естественно, убивать. Ну ладно.